Приветствую вас, друзья, еще раз. Снова я, Тимур Соколов. И на сей раз я с завершающим видео нашего сериала. И эту серию я назвал «Твое начало». Сейчас я нахожусь в Сингапуре. Я нахожусь в очень прекрасном месте. Можно будет увидеть виды. Я постараюсь показать это место. Называется «Сингапур Флайерс». Это огромное-огромное колесо обозрения. Специально для того, чтобы снять это видео, я арендовал эту кабинку, я здесь нахожусь один, для того, чтобы никто не отвлекал от того посыла, который хочу для тебя сообщить. Начало. Это очень важный момент. И сегодня я хотел бы поговорить с тобой о выборе. О выборе того, что ты будешь делать в дальнейшем. Давно уже не является секретом, что твое качество жизни сегодня, это система или череда твоих выборов, которые были сделаны тобой в течение твоей жизни. И если разделить твою жизнь на пятилетки, ты можешь очень четко заметить и проследить, как твоя жизнь менялась здорово в течение каждых 5 лет. И если вдруг сейчас тебя не устраивает твое положение, то за 5 лет ты можешь измениться до неузнаваемости. Я имею в виду в хорошую сторону. Но, кстати, в хорошую, также и в плохую. Потому что если в течение будущих 5 лет ты будешь совершать правильные выборы, если в течение будущих, там, предстоящих 5 лет ты будешь делать то, что тебе нравится, то ты создашь ту жизнь, которую ты хочешь создать. Вот ты создашь те мечты, ты создашь, достигнешь те цели, о которых ты думал. Каждый раз в жизни мы сталкиваемся с ситуациями с определенными, потому что жизнь наша – это череда ситуаций. Ты проснулся – это ситуация, ты пошел на работу – это ситуация, тебе предстоит решение, это опять ситуация. Каждый раз, когда ты попадаешь в ситуацию, ты принимаешь то или иное решение. И в зависимости от того, какое решение ты принимаешь, ты получаешь определенный результат. Все очень просто. Я провожу это видео сейчас, снимаю это видео для тебя, чтобы ты осознал простую истину. Что сейчас ты имеешь лишь только то, что ты делал последние 5 лет. И если ты хочешь по-настоящему привнести изменения в свою жизнь, задумайся о том, как тебе нужно реагировать на ситуацию, задумайся о том, что тебе нужно сейчас делать, задумайся о том, какими должны быть твои реакции, и тогда ты создашь тот результат своей жизни, который ты хотел бы создать, который ты можешь создать. Эта серия называется «Начало», хотя она заключительная. Я записываю специально с Сингапур Флайерс, вот с этого места, чтобы ты мог посмотреть на красоту и оценить вообще вот мощь человека по-настоящему. Потому что это создание, эту конструкцию создал человек. Некоторое время назад это была его идея. Сейчас я стою здесь и записываю это видео. Это потрясающее создание. Не буду уже много говорить. Желаю тебе удачи и желаю тебе прекрасного твоего начала в твоей жизни. Начало отношений, начало бизнеса, начало работы, начало дружбы, начало всего. Будь счастлив, будь здоров, будь богат. С пожеланиями из Сингапура, Тимур Соколов. Удачи, пока!